Добрый день, дорогие друзья! Вот решила сегодня срочно снять вам ролик. Вот в прошлый раз я вам показывала, что я открывала часть своих роз, укрытие снимала с них сетки, поливала их и удобряла. Сегодня, теплый день, я решила открыть часть своих укрытий. Ребята, что происходит? Немедленно поливаю розы. Если у кого-то почва такая вот, как у меня, легкая, песчаная, и живет он в средней полосе нашей страны, то я думаю, что вам обязательно надо посмотреть под свои укрытия. Обязательно полейте свои розы. Вот посмотрите, что происходит с растениями. Вот, вы видите, какие вялые стоят растения. Растениям не хватает влаги. Почва сухая, пресухая. Розы начали работать. Розы пустились в ход. Вот видите, почки какие. А на некоторых даже листочки. Вот сейчас я их слегка обрезала. Даже до конца еще не вычистила. Посмотрите, некоторые сорта, видимо, ранние. Они вообще вот уже все облиственные. Вот. Это Мариен роза. Вот она. Посмотрите, что. И какая сухая земля. Они, бедные, буквально задыхаются. Задыхаются в этой сухой земле. Я, конечно, не призываю всех делать так, как я. Но вижу в этом острую необходимость на своем участке. Вчера хотела снять вам видео. Мы вчера обрабатывали деревья. Но обрабатывали бензиновым опрыскивателем очень мощным. Сняла видео, и так он сильно шумел, что, в общем-то, то, о чем я говорила, было не слышно. Выкладывать его не стала. Но хочу вам сказать, что вот вчера обработала свой сад от болезней вредителей следующим составом. Значит, 4,5 грамма хоруса на 10 литров воды, 5 грамм актары. И прилипатель добавила. Ну, и мы взяли вот вчера весь сад, вот все деревья, они высокие, так хорошо, и землю вокруг все это опрыснули, очень-очень хорошо. Розы пока не опрыскивала, просто не успела. Погода, как качели, меняется, то мороз, то, как говорится, жара. Ну, вот сейчас остальные свои вот укрытия открою, вот, и буду их, так сказать, поливать. Прежде всего. Потом подкормлю кальциевой селитрой. Ну, а уж, может быть, через несколько дней тогда сделаю опрыскивание. Вот сейчас я их обрезала. Розочки свои. Вот они. Сейчас буду выгребать из-под них грязь. Вот снимаю, конечно, только по одной причине. Сегодня вот так срочно. Потому что, ну, полейте. Посмотрите свои розы. Те розы, кстати, которые я поливала и показывала вам ролик, вот свой эксперимент. Я заглянула туда, а им так комфортно. Они пустились в рост, такие почки прям свеженькие, зеленые. А здесь я вот порой сегодня стригу розочки свои, и вы знаете, а там такие вялые попадаются уже почки. Думаю, нет, ребята, надо срочно полить. Вот кинула шланг, не той рукой вам взяла. Вот, кинула шланг. И вот сейчас все буду вот так. Прям тщательно напою свои розы. Потом подсыплю кальциевой селитрой. Я вам говорила, для чего я это делаю. У меня песчаная почва, засыпанная порохом и частично навозом. Поэтому я добавляю кальциевую селитру. Она будет одновременно и подкормка, и одновременно немножечко раскислит почву. Вот на этом закончу краткий обзор работ в саду. Посмотрите, проверьте свои розы. Если нужно, полейте их обязательно. Помогите им в этот трудный период жизни, потому что погода, видите, какая непредсказуемая. Непредсказуемая. Если вам мое видео понравилось вам, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Будем вместе выращивать розы. Удачи вам, всего самого наилучшего.